пятницу вечером в 20-25 часов в полицию поступил вызов о том, что в микрорайоне Береке 9-летний мальчик вставил в ухо щенка петарду. Пока полицейские устанавливают обстоятельства и детали инцидента, неравнодушные горожане борются за жизнь четвероногого. Тем же вечером собаку подобрала волонтер Наиля Брюхова. Она увидела видео в социальных сетях и сразу же отправилась на поиски пострадавшего щенка. Наиля вместе с другими добровольцами борется за его жизнь. Потрачено уже порядка 40 тысяч тенге на лечение в городской ветклинике «Пегас», в честь которой позже и назвали бездомного щенка. Там ему поставили предварительный диагноз – травма головы. За около часа-полтора этого щенка таскали везде дети с собой. Все это время у него текла кровь из ушей, изо рта, из носа. Когда я приехала за щенком, чтобы мне узнать, где этот щенок, мне потребовалось час-полтора. Я бегала по всему району Береке, по всем дворам. Щенка я забрала. Пока я ехала, я была вся в крови, кровь текла изо рта, из носа, из уха. Я ехала до клиники «Пегас» минут, наверное, 25-30. Приехала в клинику, его приняли. В данный момент щенка отправили в Екатеринбург, где ему проведут операцию. Сумма операции от 50 тысяч рублей. Компьютерная томография от 20 тысяч, МРТ 15 тысяч рублей. Только дорога обойдется в 200 тысяч тенге. Сейчас ведется сбор средств на лечение. Вот сейчас вот едем. Дорога очень плохая, перекрыта дорога, и все время вот, вот так вот скачем. Периодически щенок встает, я назвала его «Пегас». Это девочка, но это в честь самой лучшей клиники в нашем городе. Каждый желающий может помочь щенку и отправить любую сумму по номеру +7 706 906 98 88. Все остальные сборы являются мошенническими. Валерия Сиваш, НТРК.